Насос для пруда фирмы Сансан, модель STP-10000 ЭКО. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим насос для пруда фирмы Сансан, производство Китай, модель STP-10000. Данная модель является одним из экспортных вариантов на Европу этого китайского производителя. И подразделяется этот насос серия Грег ЭКО. Внутри мы видим инструкцию. Здесь можно посмотреть комплектацию, его мощность и так далее. Сам по себе насос. Эти модели насосов являются одними из самых ходовых, потому что, во-первых, когда уже берешь в руки, хоть он и китайский, но понимаешь, и видно, что сделан из высококачественных материалов. Раз. Небольшие габариты. В комплект входят комплекс насадок под разные выходы шлангов разного диаметра. В этом фильтре есть небольшой префильтр, который позволяет предотвратить попадание на крыльчатку крупных частичек грязи, листьев, каких-то палочек, веточек, которые могут остановить работу нашего насоса. Когда мы снимаем префильтр, мы можем в эту часть подключить еще один штуцер и сделать с этого насоса не погружной насос, а наружный насос, который используется без воды. Таким образом, сюда подключаем штуцер на всос воды. Отсюда выходит штуцер с выбросом воды. Для того, чтобы в таком варианте наш насос работал, нужно будет всю систему перед включением в розетку залить водой. Потому что в холостую он сам по себе воду не закачает. Дальше. Технические характеристики данной модели. Он потребляет всего лишь 80 Вт. Может поднять воду на 6 метров вверх. И его перекачка 10 тысяч литров в час. При этих всех небольших размерах, чем прославились конкретно эти насосы? Потребление минимальное, выдаваемая мощность максимальная. Многие задумываются, какая мне разница, меньше потребляет, больше потребляет. Если сесть и посчитать при непрерывной работе в течение хотя бы года эксплуатации, то экономия на потреблении электроэнергии просто отобьет вам всю стоимость данной модели. Дальше. Вернемся к разговору, что эти модели насосов, назовем так, идеальны почти во всем. Первое. 5-метровый сам провод. 5 метров провода при такой мощности насоса встречается не у всех китайских производителей, а только у премиум сегмента. Раз. То есть за счет того, что 5 метров, удобнее его подключать. Дальше. Решен вопрос с перегибом и поломкой провода в данном месте за счет прорезиненной вставки, которая предотвращает перелом провода. Сам по себе материал изоляции этого провода сделан с качественного такого силиконового материала, который позволяет этот провод можно и закопать, не боится ультрафиолетовых лучей, потому во всех моментах мы видим одни преимущества. Способ монтажа насоса. Можно просто кинуть в воду. Есть специальные крепления, с помощью которых можно закрепить насос на какую-нибудь поверхность и на саморезы, дюпеля или что-либо подобное. Но также в комплекте идут маленькие присоски, которые можно присоски-ножки, которые можно поставить сюда в комплект и устанавливать насос каких-либо других целей. Подведем итог. Насос многофункциональный за счет того, что используется как и под водой, так и снаружи.
По вопросу, конечно, шумности, бесшумности мы это обсуждать не будем. Все насосы, находящиеся в воде, они почти все бесшумные, потому что все вибрации гасит вода. Дальше из плюсов. Решен вопрос с перегибом нашего провода, поломкой провода. Длинная, большая длина провода на подключение. Вилка с, на всякий случай сделана с заземлением. Ну, и основные плюсы. Малое потребление электроэнергии. Большая перекачка. И подъем воды на 6 метров вверх. Спасибо за внимание. До следующих встреч на нашем канале. По интересующим вопросам переходите по ссылочке ниже на наш сайт. Спасибо, до свидания.